Днем ангела, дорогие именинники! Что за праздник без богослужения и что за богослужение без храма, без святилища? Сегодня церковь совершает память человека, чье имя означает праздничный, торжественный, по-еврейски Агей. Это один из малых пророков. Человек сей послужил всю сознательную жизнь свою возрождению храмового богослужения в иудейском народе по возвращении из Вавилонского плена. Это скорбная до сегодняшнего дня и для евреев история. Евреи гордились своим храмом. Его хотел построить царь Давид, однако Давиду Бог сказал, что руки твои в крови, ты много воевал, и храм мне не построишь. Построит мне храм сын твой, Соломон. Соломон соорудил величественный храм для Бога истинного, осветил его, и Господь на освящение являлся Соломону. Соломон просил, чтобы сердце Господне было в храме этом во все дни, чтобы очи его были открыты на сей храм день и ночь, чтобы, если придет какой-нибудь раб Божий, израильтянин, помолиться, в беде или радости, чтобы он был услышан Богом от места святого своего, и чтобы это место было действительно точкой соприкосновения неба и земли. Так оно и было. Однако евреи слишком возгордились, слишком были беспечны и говорили: вот у нас храм Господний, вот не придет к нам беда. И за то, что они творили грехи и надеялись на Бога, и вместо того, чтобы справляться, лицемерно верили, Господь наказывал их и отнимал у них самое дорогое. Храм был разрушен, все его дорогие сосуды и ковчеги были забраны, пропали святыни еврейского народа, а народ весь в узах, скрюченный, согбенный под гнетом и страха и кандалов, пошел в плен, где провел 70 лет. Евреи пробовали было сопротивляться, но Бог сказал им, что не надо, нужно идти в плен и терпеть наказание, поскольку они его заслужили. И вот по прошествии 70 лет евреи вернулись в землю обетованную и жили там первое время, даже и не думая храм Божий восстанавливать. И вот пророк Агей стал будить совесть всех людей. Люди обзавелись хозяйством, люди распахали поля, насадили виноградники, укрепили свои дома, разрушили старые и построили новые, стали рожать детей, воспитывать их. Однако храм Божий строить не думали. И вот Агей стал говорить людям: вы живете в прекрасных домах, вы живете в крепких, добротных жилищах, а храм Божий находится в запустении. Не добро это, не должно быть так. И вот евреи, возбужденные проповедью пророка, собрались восстанавливать свое святилище. 46 лет оно продолжалось, эта стройка. Окрестные народы не хотели, чтобы религиозная жизнь евреев воскресла в прежнем виде, и чтобы они опять имели храм. Поэтому они нападали на еврейских строителей, и тем нужно было трудиться особенным образом. В одной руке они несли мастерок или лопату, а в другой руке они держали копье или меч. В таких тяжелых обстоятельствах храм восстанавливался 46 лет. Слава второго храма была внешне меньшая, чем первого. Он был менее красив, менее благолепен. Однако Господь сказал, что именно в этот храм войдет Господь, которого вы ищете, и ангел завета, которого вы желаете. Действительно, в этом храме воспитывалась Богородица. В этот храм заходил Господь, в нем Он проповедовал. Под портиками этого храма, в его дворах, в его крытых галереях проповедовали впоследствии и апостолы. То есть храм сей наполнился славой гораздо большей, нежели храм первый, хотя по виду он был менее красив. Сей второй храм тоже был разрушен. Разрушен так, что, по слову Христову, камня на месте не осталось. На сегодняшний день на месте святилища этого древнего иудейского находится мусульманская мечеть. Это место является местом вечной борьбы между мусульманами и евреями, поскольку и теми оно почитается как священное. Мы же сегодня вспомним про наши храмы, поскольку на всяком месте можно славить Господа и везде воссозидать для Него дома молитвенные. И наши храмы должны быть полны молящимися, убраны, вычищены, согреты молитвой, дыханием и пламенем свечей молящегося народа. Кроме носящих имя Агея, мы сегодня поздравляем много именинников: Аркадия, Илью, Феодосия, Петра, Марину и Макария. С Днем Ангела, дорогие именинники! Радуйтесь! Имена ваши написаны на небесах.